Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Mi 11 Ultra можно включить раздельный экран. Давайте с вами зайдем в Play Market, к примеру. Далее нажимаем вот сюда. После чего зажимаем на наше приложение, нажимаем раздельный экран. И выберем какое-то второе приложение. Давайте подумаем. Давайте, наверное, откроем Google. Осталось его только найти, а вот он. И как вы видите, у нас открыто теперь два приложения. Можем открыть одно побольше, либо можем открыть другое. Либо можем смахнуть в одно или